коробок именно накладываем. Вот отсюда, да? Грузь надо с той стороны. Вот сюда вот нам будет приниматься. Нет, зачем? Сюда посуда. Так вот не на рынке. 13 больше товара. Что вы на пересчитании? Получается, все будут ваши машины. Конечно, дивись, а тут машина такая. Доброго дня. Доброго. Ніна Мусіївна. Так. Волонтерська допомога вам. Так, отут можна я поставлю? Можна. Да. Це трапилося в 2004 році. Мені подзвонили вже. От. Ну, а потім його оперували. Двічі трепанався череп. Я його забрала з реанімації прямо додому. Десь місяця три я його годувала зондовим вдома. Лікарі сюди приїздили. Спасибо сусідам. Уже ж стояли в черзі, я не могла стояти довго в черзі, а вони вже там і під ту сирену, і все, і приносили вже. Ну, я багато чую по телебаченню, що допомагають людям. І не тільки з, як кажуть, з цими допомогою, я маю на увазі харчами там і те все. З якої? З управління соціального захисту. Добрий день. Добрий день. Ой, поставьте вас здесь. Зараз, ви помаленьку розверніться. Я вам поставлюся. Ну, 90 лет исполнилось 22 марта. Перед днем рождения, вы знаете, плохо все чувствуете, после дня рождения, а мне 90. Вот видите, как дела, хожу еле-еле. Ну, я живу одна. Сын у меня же так получился, он еще до этого жил за границей с семьей. Войны не было, приезжал ко мне рано, часто. Сейчас приехать не может. Вы понимаете, тут скорее, ну, и не только денежно, тут скорее, что вот я ж не выхожу из дома. Поэтому, конечно, вот эта помощь нужна, потому что именно такая. Ну, я сейчас ем не так много. Значит, так. Извини, вот это открылось, сразу можно есть. Значит, так. Да. Ну, это тоже можно сразу есть, да. Видите, это хорошо. А это та же свинина. Вроде он всегда нужен, да? Хотя сейчас и мало его ем. Речка, каши варю. Он всегда помогал людям. Я знаю, молодец. Не все олигархи помогают. Но то, что тогда передавали всегда, что он вроде помогает, а других не слышно, чтобы возили вот так вот. Поэтому молодец, если сейчас помогает. Людям надо помогать. Ну, конечно же, Вера. Во-первых, сын приедет. Очень волнуется, конечно.